Мне придется долбить теперь их родину. Родину Давай, Псикорзи. давай, выноси нафиг. Да вы идиоты! Агрессоры. Нафига их долбать? Они наши друзья. Точнее, они, конечно, наши не друзья, но... Они наемники. Они ничем не виноваты. В самом деле, чё это они виноваты? Действительно. Я сейчас быстро здесь проиграю и все. У меня тут 3 крупных корабля, но это ничего не дает, конечно. Интересно, какая у них база про... А, она у них прямо на выходе стоит. Ну, ясен пень. Правда, она у них вообще не прокачана, нифига. Совсем просто. Ну, где они там? В утопе есть, нет? Кто? Пираты. Ты мигратор в себе строй пока. Не могу. Почему? Потому что у меня нет ни одного завода фрегатов. Не было. Ну, сейчас строю. Сейчас мы в клещи же зажмем этот пси-корпус. С одной стороны пирата, с другой стороны я. Я уже, наверное, полтора часа так говорю, да? Да, ты уже такие планы строишь. Но как-то это не сильно помогло. Ну, для начала мне нужно разрушить их астероид с концами. Чтобы было мучительно. Потому что денег у меня просто дофига. Я великий экономист. Бывали тебе отсыпать ресурсов или как? Не надо. У меня нормально с ними. Ладно. Если так. Но шумы вообще дикие. У меня таких шумов быть не может. Что-то у тебя нет. Какие шумы? Ты про чё? Ты хотя, в принципе, чё? Уже столько времени прошло, уже пофиг. Всё. Что всё? Ты сдаёшься? Не, я имею в виду это. Навалитовый прототип начал исследоваться. Исследоваться только? Да. Я думал, ты его уже построил давно. Да нет. Вот ведь скоты. Я забыл про их пустынную планету. У них там еще инквизиторы остались. А, ненависть. Я все равно не могу ничего колонизировать, там вражеская культура слишком развита. Воруй, убивай. Это выход. Ну я чем и пытаюсь заниматься. Задание они подняли, то сейчас, конечно, Лексмедом совсем не до тебя. Я сомневаюсь в том, что они его подняли. Я могу дать им новое задание.
Я ачивку получил. Какую? Эксперт-бомбардир. И чё это? Причините планетам 15750 урона. 15750? Угу. Это странно для ачивки. Ну. Не я это придумал. На тебя хотят пираты напасть. А я им задание выдал. И чё, они согласились? Не знаю, не знаю. О, у меня новое достижение. Добытчик металла. Сбыть 35 тысяч единиц металла. Да. У меня ещё какое-то достижение было, только я его не заметил почти. Металлический магнат. Да по металлу у меня как раз таки самое... меньше всего. У меня металла всего нифига. 10 тысяч. Кристаллов 22 тысячи. Кредитов 30 тысяч. Ну, короче, ты понял. Ну да. Короче, вот теперь можно это все соединить в один флот. Один огромный флот. У меня осталась одна планета. Офигеть. Пытаюсь. Спасай. У тебя же войск, один фрегат целый. Э? И там фрегат. А здесь два посланника моих. Ну у тебя же столько линкоров, блин. Почему ты миграторов не строишь? Тут, блин, есть куча планет. Пояс астероидов, точнее астероид, планета земного типа. Ледяная планета. Вот, черт. Подвисает. Пофигу. На самом деле, даже если сейчас вылетит, это уже вполне логический конец будет. Да. Можно будет самому додумать, что мы всех нагнули. Да. Вот, кстати, пираты летят. Их дофигища. Похоже, что именно те 70, которые я заказал. Я их на Хиону послал. Нормально. Вот, короче, сейчас буду нагибать всех здесь. Это был хороший план напасть с другой стороны. Потому что с этой стороны у них пираты и база. До конца она не дострелит. И будет вообще занят пиратами. А мы пока будем тусить здесь. О, у них ослабло это культурное влияние. Где? На моих планетах. А, каким образом? Из-за чего? А потому что я им вынес все к чертям. Ну да, это понятно. На тебя очень хотят пираты напасть, ну очень. Я вижу. Все, я исследовал новолитовый прототип. Сейчас как эти доделаются. Ну, не. Захватят, скорее построю ее. Его. На планете живет 4 человека. И это их родина. 4 человека? Да. А, пираты ее бомбят. Угу. Ну ты, короче, видишь. Как хитро. Да. Хитро, ничего не скажешь. По-хорошему нужно было разрушителя заказать для того, чтобы планету бомбить. Но нет, так нет.
Какая разница, чем планеты бомбить? Ну, разрушителем быстрее просто намного. Тут время все-таки играет роль. Че, большой корабль, что ли, взорвал? Посмотри, сколько ты уже записал. Я просто боюсь. Иди. Что? Я еще полтора часа назад был уверен, что у меня сейчас вот-вот кончится место. Но нет, черт побери. До сих пор место есть, по всей видимости. Я вообще-то хотел этот день потратить с пользой. А я взял и пришел и испортил все твои планы. Ну, в принципе, это тоже польза. Я буду это рекламировать. Потому что это эпично. Это не какие-то там идиотские летсплей, это многочасовой кооператив. Да. Кстати, ты не хочешь пиратов отправить на кого-нибудь другого, нет? Да, спасибо. Хорошая идея. У тебя что, настолько много лишних денег? 31 тысяча. Офигеть. У меня прибыль 32,7. У меня 5,3. Ну здесь я не виноватый. Эти сволочи мне всю жизнь испортили. Так, у них линейный крейсер, линкор. Блин, у них 3 крупных корабля здесь. Так, нужно все свои крупные корабли вытаскивать. Вот отсюда. Вот отсюда. Еще больше нет, и там тогда у меня их будет 4. О, ну и разошелся же я. Бомбардировщики против истребителей ничего не сделают. Еще немного, я уничтожу их планету, а потом у них останется только одна планета пустынная. А потом мне придется раскошелиться, чтобы они добавили Лексмаду. Ну да, теперь можно. На самом деле я помогу, потому что эти собаки меня достали. Разрушить оборонные сооружения. У них одинаковые задания. Короче, эта новолитовая пушка стоит 8000 кредитов, 600 металла и 500 кристаллов. Чё, подкинуть тебе? А, зачем здание-то давать, я идиот. Скажи, когда наберется, я просто не вижу. Мне металл нужен, кредиты нафиг не нужны. Спокойно, все, хватит. Да ладно, чё? Я добрый. Что надо металла? Что металла? Да. Ты наглый. Правда. Еще металла дай. Хватит. Седьмой уровень. Это рекорд прямо. Лигурия. Это где у нас? Начинаю строить пушку.